В Азербайджане запустили первую корпоративную блокчейн-платформу. Интерес к этой технологии большой из-за ее децентрализованности и доступности по всему миру. Как удобная система хранения данных, платформа должна стать виртуальной площадкой реализации бизнес-проектов, стартапов и банковских операций. Подробности в репортаже нашего собственного корреспондента в Азербайджане Шафак Алиевой. Технологии блокчейн пришли в нашу жизнь с такими понятиями, как криптовалюта и биткоин. Однако затем специалисты оценили возможности этой технологии и начали применять ее в самых различных сферах жизни. Блокчейн-технологии стали глобальным феноменом. Уже формируются новые механизмы их применения в обществе. Поэтому наряду с криптовалютным рынком эта технология применяется уже и в области IT, электронной подписи, социальной сфере и промышленности. Сегодня в мире существует глобальный тренд, связанный с блокчейн-технологией. В некоторых странах наблюдается переход к этой технологии в области медицины, недвижимости и во многих других сферах. Через эту платформу проводится госрегистрация и другие процедуры. Мы впервые запускаем эту платформу в Азербайджане и намерены в дальнейшем расширять возможности ее использования. Если необходимость использования криптовалют на национальных биржах во многих странах пока еще находится под большим вопросом, то важность внедрения технологии блокчейн на современном финансовом рынке, как правило, не подвергается сомнению. Запуск платформы блокчейн можно считать новой эпохой в валютной и финансовой сфере в целом. Уже на сегодняшний день наблюдается виртуализация валютного рынка. Эта платформа изменит отношение к валютным операциям, потому что технология позволит проводить обменные операции, минуя банки. Кроме того, это инновационное решение по интеграции местного рынка в мировой. Специалисты считают, что с внедрением блокчейн-технологии у азербайджанских предпринимателей появится возможность реализовать свои проекты на базе этой платформы. А в будущем планируется интеграция таких систем, существующих локально, с ведущими инновационными блокчейн-базами данных. Шафак Алиева, Айгюн Гасан, Хабар 24, Азербайджан, Баку.